Для вас выступают народные артистки регионов России Матрёна Мигматуллина и Клавдия Яточек. Рыжая старушка снова опоздала, снова я как дура стою одна. Вот куда пропала, только что стояла, пальцем ковыряла в носу она. И вот так постоянно эта Клавдия Ивановна что-нибудь забудет надеть и снять. То порвались колготы, то напали готы, то котенка с дерева надо снять. Вот срочно снять, приветик, братцы, незачем пугаться, просто опоздала минут на пять. Просто за кулисы кто-то симпатичный у меня хотел телефончик взять. Я дала ему номер, он на шут не помер, еле откачала и сразу к вам. В общем, здравствуйте, люди, сейчас нормально будет, выпадем из жизни минут на сто. А рифма где? Рифмы беда, но для песни веселой все ерунда. Мы приехали к вам издалека, где стихов не пишет никто и никогда. Да, 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 да. Цветочек, ты как караоке. Да, сейчас? Товарищи, как в караоке, да, вот это да-дакаш. Да. Товарищи, я мы с ней часто в последнее время ходим, вернее, я ее вожу в караоке, вожу в театр, вожу в кукольный показ, в кино вожу. Везде ходим, да? Да, народ куда только не ходит. Все, как говорится, хотят хлеба и зрелищ. Ой, про хлеб ты молодец напомнил, удачно. Я сейчас расскажу обязательно. Товарищи недавно тащат меня на балет. «Лебединое озеро» называется. Пустый добище балет знал я, разве пошла бы с тобой? Почему сюда? Тому, не прикидывайся. Ты о чем? Вот о чем. Да ладно еще. Нет, не ладно, ты зачем на сцену хлеб-то кидать начала? Лебедей хотела подкормить. Зачем? Больно они худые, блин. Гамперии до кости по сцене еле идут. Хромают. И все в белых тапочках, прикинь. Да это пуанты, чокнутые. Я и говорю, идут к вам все на этих, на понтах. Да на пуантах еще раз говорю. Поцелуй меня в пачку. Светушка, насчет поцеловать в пачку не знаю, но в табло двинуть могу. А что ты нервничаешь? А что тебя ведешь-то, как это, кстати? А ты как-то, да? Я забыла спросить. А это зачем? Это когда мужики-то балеруны на сцену вышли, ты армейский бинокль достала. Ты что там разглядеть-то хотела? Может, я хотела понять. Чего понять? Кто вожак стаи? А. И кто же вожак? Ну, понятно, кто. Кто хуже всех танцевал? Кому больше всего мешали эти... Как... Тихо, тихо. Пуант. Товарищ не смотрел на сцену и думала, не на тот... Не на тот пруд лебедей-то вы. Ну, естественно. Я бы с этим лебедем пару гадких утят настрогала. Ну, кто бы сомневался, ты уж точно нас... Ты что, правда строгать тут собралась? Клава, ты что, позоришься, царевна курица? Это зачем ты делаешь вот эти дюйм? Ты думаешь, это красиво, что ли? Хватит костями, ты греметь суповой набор в пачку. Ничего не понимаешь, это танец. Танец, умирающий от любви лебедей. Да умри ты уже. Ты что, сдурела, что ли, а? Прям в копчик. Слушай-ка, люди-то не для того пришли, чтобы смотреть, как ты тут извиваться. Тоже мне волочково-сушеный вариант. Не пойду с тобой больше на больнее. А в кино пойдешь? В кино не пойду. Там секса много больше, чем на экране. И ты тоже чокнутая. Товарищи, еще один вопиющий случай расскажу. Недавно Айда Грицкодня в кино на фильм ужасов. Как уж он называется? «Мертвые мертвецы». И главное, свет потушили, и уже заставка началась. Columbia Pictures представляет фильм Джона Джей Джея младшего «Цветок. Убийца. Часть вторая. Ужас в кинотеатре». И тут эта цветочка зашла в зал и пошла перед экраном с двумя ведрами попкорна сладкого. И так делал. Свет включили, все подумали, фильм ужас уже начался. Причем в 3D, не плоский тебе.
Я в темноте заблудилась. А сейчас, говорит, заблудилась. Представь, только сидит и правда ходячая реальная пошла. И ножку подволакивает, похоже. Ты, гляди, что показывать начала. Ну, хватит уже, а. Хватит! Хватит? Это надпись на китайском роддоме. Хватит! Ты все врешь, ведь все не так было. Конечно, не так было, еще страшней. И главное, ладно бы просто прошла. Нет, она поперла через ряды, лезет и орет: «Матерь!» А изо рта зубы вываливают туда. Ты что, правда, дурачок, ну ты что ли? Это попкорн. Зрители ее увидали, сразу паника началась. Зато мы кино одни смотрели. И никто над ухом не чавкал. Тебе никто. Чавкуны. Попкорном своим чавкала, еще поплевывала. Хоть пух, хоть пух. Думаю, что она плюет. Ты что, плевал-то? Это что, семечки, что ли? Там нет кожурков, все, едят в нем. Я метко плююсь. Пару раз даже стукнуть хотелось. А что не стукнуло? Жалко, тебе и так природа тут дохнула. Причем отдых был в системе. Все включено, ландклюзив. Что ты ворчишь, а? Ну что ты ворчишь-то? Уди. Ворчит, ворчит! Уйди, сказала. Бабы всегда ворчат, когда у них мужика-то нет. Я в поиске. Женщина, я вам так подскажу. Сейчас так. Хорошего мужчину можно на попсовых концертах встретить. Ух! Вот поэтому женщин туда косяками и прут. Сама виновата, не обижайся потом. В прошлую субботу. Айда, говорит, сходим на концерт. Я говорю, на кого? Ну, айда, придешь, увидишь, приходим. На Стаса Михайлова. И чего? Я женщина за 40. Здравствуйте. Бери, не хочу. Не надо. Я разведенка, я люблю Стасик. Певец Стасик, приличный человек. Пел песню, никого не трогал, пока не указался в опасной близости. Это же занутая фанатка. Прыг к нему на шею и повисла, как паночка. А Стас Михайлов поет. Отпусти, отпусти, слышь, старуха. Не кусай меня в ухо. Ты в груди моей зачем рванула шерсть и клок? Не кричи, не кричи громко, Стасик, ты меня забери хоть на часик. Вот и будет у старушки клёвый мужичок. Качок! Ты, дурище, перед певцом неудобно. Полиция вывела с ОМОНом. Это вот ладно, наручники не надели. Брыкалась, как овца. А ты знаешь, сколько билеты стоят? Как за такие деньги до шерсти клок не вырвать? Молодец, я молодец. Стасик. Насморк прошел. Это что за вещь такая, а? Это мне повезло, это я на сувенир. Продай. Чего продать? Вещь вещицу. Тебя денег не хватит. Хватит, сколько тебе стоит? Иди в банк сходи. Че? Еще раз кредит возьми. Подкалываешь? Ты за билет-то выплатила? Выплатил. Ты позор, взрослая женщина. Я шоколадный зайчик. Я маленький. Ты на себя погляди. Чего? Да ничего. Нет, чего? Да не буду я молчать. Ну-ка. Товарищи, пошли мы как-то с ней в театр кошек под управлением Куклачева. Я тебя просила никому эту историю не рассказывать. А зачем ты представление сорвала? Ничего я не срывала. Срывала. Сначала юбку сорвала, потом представление. Не виновата я, он сам лопнул. Товарищи, у меня знаете, что случилось? Это вообще ужас. Пузырек с валерьянкой в кармане лопнул и по ногам потекло. Кто тебя чокнутый надоумил-то в кошачий театр валерьянку привез? Я всегда с тобой ношу, тебя же не нервы, я ее пью. Он разбился, в левый носочек протек и воняет, а эти бросились, их 200 штук у него. По программе. Товарищи, артисты театра Куклачева как учуяли валерьянку-то, набросились на Матрёну и давай ее все облизывать. Это чокнутая запрыгнула на занавес. Тут нету, там занавес был. Она запрыгнула и полезла наверх. Кошаки за ней лезут, орут. Матрёнка от них тапком отбивается, орёт. Зрители орут. Куклачёв выбежал, орёт. Господи! Это он ей под юбку заглянул. Глянул сверху, матушки. Глянул снизу, батюшки. Еле котов от нее оттащили. Мать, знаешь, что подумала сейчас? А вот ежели коту
приклеить на лапу наждачную бумагу. Зачем? Он ведь будет тогда не только умываться, но и бриться. Да не расстраивайся ты. Я знаешь, что придумала? Мы с тобой в следующий раз на футбол пойдем. Зачем? Так ты в кармане бутылку водки раздави. Зачем? Чтоб мужики на тебя так же набросить. Бессовестно! Глядишь, и счастье свое найдешь. Ты глупая женщина, не мужика счастье. А в чем? В том, чтоб тебе, ну, комфортно было ходить куда хочешь, делать что хочешь. Одним словом, чтоб тебе просто было хорошо. А когда мне хорошо? Когда зрители над тобой смеются и мне хлопают. Развлечений сейчас так много, выбор есть и слава богу. Цирк, театр, кино, музеи и балет. Если вы собрались, братцы, отдохнуть и посмеяться, приходите к двум подружкам на концерт. Мы для вас играем, и споем, и даже спляшем. Сбросите от смеха пару лишних килограмм. Здесь для грусти нет причины. Эй, красивые мужчины, подходите, я вам всем автограф дам. Ты кто бишь? Иди, сурок. Выступать мы обожаем, и сегодня вам желаем, чтобы у вас от смеха лопнул ваш пупок.